Незрячие узнают о лекарствах чуть больше. В одной из одесских аптек появились инструкции, напечатанные шрифтом Брайля. Все они собраны в одной книге. Всего в Украине таких экземпляров только два. Инструкции напечатаны благодаря активистам Braille Studio. Это волонтерский проект, направленный на обеспечение свободного доступа к информации о людей с проблемами зрения. Первую книгу с инструкциями презентовали в Киеве, и вот буквально вчера ее копия появилась в одесской аптеке. Сейчас в книге 87 инструкций к самым распространенным лекарствам. В этих инструкциях указывается показания, противопоказания, форма выпуска для людей, которые не могут, к сожалению, прочитать, для людей слабовидящих. Это очень достоверная информация для людей, потому что они не могли воспользоваться ей. У нас есть на данный момент работает даже служба доставки. Мы обслуживаем некоторые благотворительные фонды,